Это соглашение уже пятое по счету в историю партнерства ФосАгро и ведущих кардиологов страны. Поддержка медицины всегда была и остается в числе приоритетов компании. В этот раз промышленники направят на развитие технологий, проведение диагностики, внеплановых операций 20 миллионов рублей. Мы возобновляем наше традиционное сотрудничество. И действительно, оно всегда показывает хорошие результаты, потому что для нашей компании забота о людях всегда стоит на первом месте. И очень важно, что работа направлена на снижение сердечно-сосудистых заболеваний. И на сегодняшний день это действительно государственная задача, которая направлена на увеличение продолжительности жизни. На выделенные средства Центр Бакулева и Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России продолжит работу, начало которой было положено еще в 2016 году. За это время лучшие кардиохирурги страны при поддержке ФосАгро провели около 200 внеплановых операций с применением передовых медицинских технологий. Пациентам с тяжелой сердечно-сосудистой недостаточностью были установлены специальные устройства, помогающие сердечной мышце бесперебойно работать. Это конкретные больные, которые получили возможность постановки таких устройств. И самое важное, тьфу-тьфу-тьфу, что они до сих пор живы, и это самая высокая цена и планка, которая была взята. Мне очень приятно, как компания заботится о тех местах, где она сегодня присутствует, где она работает. Какие замечательные инициативы, и не только медицинские, но и социальные. И, конечно, это позволяет не только поддерживать здоровье, но и выявлять все нарушения на ранних этапах. Это очень важно. Мы очень благодарны вам за понимание, за гражданскую позицию, за патриотизм. Визиты столичных кардиологов в регионы помогут не только пациентам, но и врачам. Для специалистов областных медучреждений Центр Бакулева подготовил набор лекций, направленных на повышение квалификации врачей, которые останутся на местах и будут дальше вести прием пациентов с нарушениями сердечно-сосудистой системы.